Объясни максимально коротко, чем ты занимаешься. Я занимаюсь современным искусством. Я занимаюсь тем, что облекаю мысли в форму жеста. Это жанр такой очень мелкий, самый неважный из того, что существует в искусстве. Вот там любого человека спросите, скажут фотография, скульптура, там люди более там прошаренные скажут инсталляция, да, там. А перформанс — это прям совсем на обочине, совсем на отшибе. И в России этот жанр существует, потому что кто-то помнит, что в 90-е годы Олег Кулик голый на поводке, вот это вот все бросался на людей, поэтому... Кто-то помнит продвижение эти, когда они выкладывали слово из трех букв на Красной площади, или там Толя Космоловский забирался на плечо к Маяковскому. И дальше уже люди помоложе помнят Петю Павленского, который прибил себя за яйца Красной площади. И если говорить о перформансе, то из всего того, что я сейчас упомянул, акция Пети Павленского — это главное событие, которое популяризировало мой жанр в этой стране. Что это за квартира? Это квартира, которая принадлежит моему французскому приятелю, который со своими детьми и женой живет между, мне кажется, Колумбией, Францией и Бразилией. Uh-huh. Он коллекционер искусства, и в моей жизни очень важную роль играют люди, которые собирают искусство, потому что очень часто они спасают меня от разных возможных горестей и недугов, например, от бездомства. Подкидывают тебе ништяки. Да, вот он мне подкинул ништяк, говорит, слушай, я слышал, ты едешь в Сан-Паулу, у меня квартира стоит пустая, не хочешь пожить? Я говорю, what? Проблема в том, что Сан-Паула в сознании очень многих людей город, который полон шума, грязи, быстрой езды, вертолеты летают, почта мчит, вот это вот все ускорение и... невероятный какой-то урбанистический такой коллапс, постоянно на твоих глазах происходящий. Но Сан-Паулу — город, в котором есть дикая природа, и в котором эта природа очень часто любит себя показывать. Они очень дружелюбные. Капибары — это животное, с которым рядом хотят находиться все змеи, осы, пчелы, все виды птиц хищных и неплотоядных. А самое главное, что вот никогда ни одно животное не может похвастаться тем, что рядом с ним сидит крокодил, тут же где-то рядом жираф, и тут же приполз бегемот, и тут же какие-то маленькие, там, не знаю, мыши. Вот рядом с капибарой хорошо себя чувствуют все, не говоря уже про человека. Слушай, очень объединительное животное. Было бы классно, если бы капибары президентами становились. Они, у них совершенно нет никаких амбиций в этом проблема, и поэтому их все любят. Поэтому у нас есть только одна опция насчет президента, ты сам про это знаешь, так что... Дмитрию Медведеву отсутствие амбиций не помешало 4 года быть президентом. Дмитрий Медведев стал президентом от отсутствия амбиций. Одна моя подруга прислала мне сообщение, что я не офигел ли я, потому что... Они, на них живут клещи, которые для них вообще ничего, а для человека это, я прям погуглил, американская горная лихорадка, от которой у тебя сначала появляются пупырышки, потом они превращаются в язвочки, потом эти язвочки гниют, потом ты умираешь медленной, мучительной смертью. Я тут же нашел, правда, себе в утешение на португальском языке большую академическую статью Вестника Сан-Паульского университета, в которой исследователи говорят, что те клещи, которые живут на этих капибарах, не переносят эту лихорадку. Но если вдруг те, кто встретит капибары, не знаю, там... Не надо к ним бросаться, мало того, еще одна подруга сегодня, это же как бы люди смотрят, потом они думают, и все же я хотел тебе сказать, что, правда, уже поздно, и вот эта вот тема, понимаешь, капибарам не надо близко подходить, потому что они очень нервозные животные. То есть вот эта вся сладость о том, какие они кьютные няши, как они классно...
будут ластиться и тереться об тебя своей вот этой шершавой шерстяной щеткой. Нифига, они на самом деле вот так делают. Коба! И откусывают тебе палец. Почему мы встречаемся с тобой в Бразилии? Есть люди, которые рождаются в другом гендере. Есть люди, которые рождаются, которые работают не на той работе. Это тоже было про меня. Есть люди, которые всю жизнь живут не с теми человеками. А есть люди, которые в неправильное место были отправлены при рождении. И вот это я. Когда я в 7-м году впервые тут оказался, я вообще не знал, куда я еду. У меня просто было в Лондоне между проектами 10 дней. Я такой думаю, надо куда-нибудь поехать. Я просто ткнул пальцем, думаю, Бразилия. Что такое Бразилия? Фиг знает. Стал думать, кого я знаю из Бразилии. Там вспомнил, что я где-то у Боба Уилсона познакомился с одной бразильской художницей, написал, она говорит, да, приезжай, конечно, я тут. Я купил билет в Рио-де-Жанейро. Как сейчас помню, это компания TAP, которая расшифровывалась тогда как «Take another plane». Я прилетаю, они, естественно, потеряли мой чемодан. По дороге у меня провалились джинсы, потому что я зацепился в их неудобном самолете за кресло. Там, в общем, все было не так. Я выхожу какой-то до Бразилии. Вообще, я думал, что все говорят по-испански. Нет, никто не понимает по-испански. Я тогда говорил по-испански немного. Я приезжаю в какой-то пыльный отель, который я нашел на Lonely Planet. Тогда это было так. Я выхожу на улицу. Ночь с понедельника на вторник, час ночи. Я вдыхаю черный воздух. Я понимаю, я дома. Если бы сейчас не было пандемии, просто сейчас две страны, абсолютно оторванные от реальности, две на свете существуют, это Россия и Бразилия, в которых ты можешь что-то делать, куда-то ходить, изображать, что ничего не происходит и так далее. Просто, ну, панки, понимаешь? Две эти страны между собой связывает очень простая вещь. И те, и другие давным-давно и навсегда потеряли какого-либо царя в голове. У них все что угодно, кроме этого. Это будет, возможно, самая органичная интеграция в истории в Дудя. Весь выпуск мы говорим про современное искусство, а сейчас расскажем, с чего современное искусство началось. Во второй половине 19 века во Франции возникло новое художественное движение — импрессионизм. Это была абсолютная революция в живописи, она ломала все традиции и шаблоны. И считается, что именно импрессионизм — это первоисточник всего современного искусства. А в Петербург мы прилетели, чтобы зафиксировать место, где импрессионизм впервые явился России. В 1896 году в здании Императорского дома поощрения художеств прошла французская художественная выставка. И среди прочего там была выставлена картина главной звезды французского импрессионизма «Сток на солнце» Клода Моне. В лектории «Синхронизация» есть отдельный курс «Как понять современное искусство». И начинается он как раз с блока про импрессионизм. А вот очень компактное объяснение, откуда импрессионизм вообще появился и чем он принципиально отличался от всего, что было раньше. Импрессионизм был бы невозможен без появления фотографии и открытий в области оптики и физики. Теперь одним щелчком можно создать идеальную копию реальности, какой художнику никогда не добиться. А как же теперь писать картины? Решение находят только импрессионисты. Рассказывать не о том, что видим, а о том, что чувствуем. Никогда ранее высокое искусство не говорило о современности так прямо, без иносказаний отсылок. Никогда ранее художники не вдохновлялись прогулкой по парку, первым выходом девушки в свет, танцовщицами-куртизанками или балетными крысами, как называли героинь картин Дега. А вот как на появление нового направления живописи отреагировали некоторые современники. Импрессионисты производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок. Кроме импрессионизма, в курсе подробно разобраны и другие основные направления, которые появились после него. Очень удобно, что каждый блок состоит из нескольких форматов. 2-3 коротких видеоурока, несколько памяток с инфографикой по теме видео, тест-тренажер для закрепления материала и большой список рекомендованных книг, фильмов и онлайн-лекций каждому разделу. «Как понять современное искусство» — абсолютно новый курс. А всего в синхронизации за 5 лет разработано уже более 1000 лекций и курсов по разным направлениям. От кино, архитектуры и истории до философии и медицины. Синхронизация — это один из крупнейших лекториев в России, учиться в котором можно и онлайн, и офлайн. Это не история про овладение новой профессией за несколько месяцев. Но если вы хотите чуть лучше разбираться в отдельных направлениях искусства или науки, или еще сильнее кайфовать от фильмов, книг, выставок и путешествий,
понимая контекст. Очень рекомендую. По промокоду «Вдудь» можно получить скидку 40% на курс по современному искусству и 20% на любой другой. Переходим по ссылке в описании, выбираем курс по своим интересам и погружаемся в прекрасное. Я помню тебя телеведущим, который был постоянно в телевизоре. Я перепутал ящик. Я в какой-то момент, в 2003 году, я стоял под лестницей в историческом музее в Москве и с открытым ртом смотрел на видео, на котором женщина с огромным развивающимся белым флагом, с развивающимися на ветру черными волосами, сидит на белой лошади вот так. И просто ничего не происходит, только это. Я вот так смотрел и думал, это я, это я, это я. И повторял вот так, как заведенный. Это была Марина Абрамович? Это была Марина Абрамович. И у меня вот сейчас прям даже goosebumps, то есть я прям... И через 3 года после этого в музее МОМА в Нью-Йорке я сижу со своими друзьями на полу после открытия там какой-то выставки. И мы сидим и обсуждаем тему носов. И я говорю, блин, ну у моей мамы очень большой нос, и у меня нос в нее. И в этот момент мне на спину приземляется рука, и голос говорит, baby, your nose is tiny, look at mine. Я поворачиваю голову, это Абрамович, с которым не был знаком. Вот. И как бы дальше начался этот дикий роман. Я привез ее в Москву. Я был еще продюсером. И она говорит мне, и куратором, и так далее. Она говорит мне, давай ты возглавишь мой институт. У тебя так классно получается все продюсировать, давай ты... Я говорю, ну да, хорошая идея. А сам про себя думаю, ты не понимаешь ведь, что я художник. Я ведь скоро все сделаю. И в 2008 году на мой спектакль я занимаюсь авангардным театром, дичайшим, радикальным, в котором вообще никто ничего не понимает, на который там даже 30 моих друзей приходят и говорят, что было вообще, и так далее. В общем, я зарабатываю деньги на телеке и трачу их на вот это вот. То есть я ночью репетирую там где-то и так далее, в каких-то подвалах. Ко мне подходит моя приятельница и говорит, Федь, ты понимаешь, что вот то, что я сейчас видела, это вообще не театр. Я говорю, а что это? Она говорит, это перформанс. И через месяц мне Паша Коплеч говорит, Федь, ты должен продавать свое тело. Ты должен сделать так, чтобы твое тело стало объектом. Я говорю, Паш, откуда ты знаешь, но это ровно то, о чем я думаю последние 2 года. С тех пор, как я увидел Марину Абрамович на коне. И в 2008 году я сделал первый перформанс. И в этот момент я понял, что ящик, в котором я сидел все это время, телевизионный, я просто его перепутал. Потому что мой настоящий ящик — это прозрачный маленький, в который мне голому нужно лечь, чтобы меня унесли. Это про бразильское рабство. Вообще вся серия, которую я притащил сюда из галереи, это серия про... Она называется «Временные памятники». И здесь 7 памятников. Осторожно, сейчас это все упадет. Во-первых, это нельзя трогать руками, нужно взять перчатку. Сейчас я ее возьму. Потому что это очень хрупкое дерево. Я прошу прощения. Вот. Во-первых, это серия, которая называется «Временные памятники». В ней 7 работ. Каждая из этих работ длится 7 часов. То есть перформанс сам длился 7 часов. И она посвящена тому опыту, который рабы за многие сотни лет, что рабство существовало в Бразилии, переживали телесно. Те пытки, те истязания, те подвиги и те действия, которые сопряжены с физическим, с телесным или ограничением, или страданием, или еще какими-то подобными вещами. Вот я выбрал 7 таких эпизодов и воспроизвел их на себе. Каждый перформанс длится 7 часов. Это чан с фекалиями, так? Это действительно чан с фекалиями. Этот вид пытки назывался тигры. Тиграми этих рабов называли, потому что это, на самом деле, самая низшая была каста. Их отправляли нести нечистоты хозяев на голове 7 часов, ну, примерно. Они шли из района Санта-Тереза, где жили богатые люди, в район порта, в Рио-де-Жанейро. Чтобы слить их? Чтобы слить в море. Но это был способ, чтобы унизить раба, провинившегося. И в этом случае раб... На рабу надевалось на лицо такое сито кухонное, вот, чтобы, ну, похожая штука,
чтобы его не узнавали, как бы, да, чтобы не знали, кто это до конца. И в то же время, чтобы ему было труднее идти. И когда я это понял, я попробовал так идти, ты можешь идти только очень медленно. То есть ты можешь идти в стиле там буто, то есть у тебя должен быть супер такой шаг, чтобы ты чувствовал, как бы, куда ты ставишь ногу там и так далее, да, то есть очень-очень медленно, очень сосредоточенно. А плюс, когда у тебя на башке ведро, в данном случае это было мое собственное ведро с моими собственными нечистотами. Здесь реальный кал. Да. То есть ты на... Тихо-тихо. Сейчас все упадет. Ты несколько дней наваливал. Я не знал такого слова, да, наверное. Копил, и потом это все пахло. Да. Ты реально шел до порта. Да. Какая реакция была у людей? Ну, разная была реакция, в том числе подходили ребятки, потому что слева крупнейшая фавела, которая называется Комплексо да Море, а справа от дороги вторая по величине фавела и по опасности, которая называется Комплексо ду Алимау. И они между собой воюют все время. И мы шли как бы, я шел прямо посередине, как бы делая водораздел между двумя коммунидаджес, нельзя говорить слово фавела по-португальски, есть слово коммунидаджи, которое обозначает комьюнити, сообщество. И так получилось, что пару раз подходили ребята и хотели забрать камеру у фотографа, у оператора, но галерея, которая мне помогала это организовать, она сказала, что ты без охранника не пойдешь, потому что иначе... Был охранник, который... Был охранник, прекрасный, мирный человек, очень, который просто шел с пушкой сзади за оператором, за фотографом и следил, чтобы... Они видели пушку и отходили. И он, да, и он как бы, я не знаю, какой он имел авторитет, я в этом не очень разбираюсь, но он как-то там, они очень легко сразу уходили. На самом деле, самый классный вариант, который в Рио-де-Жанейро все давным-давно приняли на вооружение, в буквальном смысле, это класть телефон в трусы. То есть есть специальная сумка, очень тонкая, такой, ну как бы как вот люди носят, забыл, как это называется, только она очень тонкая, то есть ее не видно, и ты засовываешь ее туда, кладешь телефон, засовываешь трусы, и как бы считается западло чувакам из коммунидаджи, трогать тебя там, поэтому... В гульфичную зону. Да, прям туда, где мажут обычно ядом. А некоторым не западло. Ну, слушайте, люди разные все, потом это же как бы океаны отделяют нас. Мы находимся в лесу, который называется Парке Лажи. И это не только лес, это еще и прекрасный дворец. А кроме того, что это дворец, это еще и школа искусств, и музей, и вообще такое место силы на карте этого города. Стоит сказать, что несколько лет назад группа немецких студентов отсюда стала подниматься в маленький парочасовой поход. И через 4 дня их нашли с вертолета в глубине джунглей. Город живыми? Да, живыми, к счастью, но они с трудом выжили. Блин, то есть это город, в черте города есть вот такой шмат леса, который переходит просто... И он не единственный, их много. Рио-де-Жанейро все перечерчено, перекручено сильнейшими джунглями, которые еще пока что способны душить человека. И это невообразимое счастье. Чем для арта это место знаменито? В 19 веке, когда... некоторый бразильский меценат и богач влюбился в одну итальянскую оперную певицу, он сказал, что хотел бы на ней жениться и перевести ее в Бразилию. Она сказала, что она только поедет, если он построит ей театр. Но условия ее с каждым шагом их отношений все усугублялись. И через какое-то время она сказала, что она поедет только, если этот театр будет построен из мрамора, из той провинции, откуда она родом. И когда он привез несколько кораблей этого мрамора и выстроил этот самый дворец здесь, то она пришла в него и сказала, что ей не нравится акустика, и чтобы ее голос звучал лучше, нужно, чтобы посредине был водоем. Тогда он сделал бассейн. Потом она пришла, спела один концерт и сказала, что ей это категорически не нравится, что бразильская публика ее не понимает, что тут нет культуры, и она уехала и развелась с ним. А дворец ему пришлось с горя завещать молодым художникам, и с тех пор это школа бразильского современного искусства, которая очень левая, очень такая подвижная, очень лихая, и здесь может учиться всякий человек, она открыта для всех, есть и бесплатно, есть и за небольшие деньги, ты можешь учиться живописи, ты можешь учиться концепции. В хурмой в тебя тут кидали. Что это было и как это было? На самом деле, я довольно часто слышу про перформанс, примерно то, что сказал Серега, то, что говоришь ты, да, что типа
зачем, да, или как бы, что это означает, объясните мне и так далее, да. И понятно, что довольно часто, что ты мотаешь головой, не говорил так? Ну хорошо. Серега говорит просто, это что такое? Ну хорошо, это что такое? Вот то же самое, что я слышу каждый день примерно. Вот, и не всегда хочется объяснять, потому что просто уже язык немного, уже немного не работает, артикуляция на эту тему. И в этот момент хочется предложить человеку действовать. Вот, например, Серега приходит сюда, да, я сижу на входе на высоком фанерном постаменте. Это же такое классицистическое богатство, да, ты заходишь, тут такое прямо колонны, излишества, архитектурные портики, вот это вот все, да, это такой настоящий классический дворец. И вот ты в него заходишь и видишь, что на входе в дворец сидит чувак голый на постаменте, и под ним стоит прислужник, который подносит тебе такую подставку, на ней лежит хурма. Это происходит в момент, это происходило в апреле, в момент, когда конец сезона хурмы. Хурма ведет себя так, она такая... То есть спелая, спелая. Она не то, что уже спела, она уже растекается. В магазине ее отдают за 3 реала килограмм, или даже за 2, или даже бесплатно, только чтобы забрали, потому что она уже все портится, она уже кисель, компот. И тебе говорится, цельтесь в лицо художнику и попробуйте попасть с расстояния. То есть у тебя есть, ты должен отойти 15 шагов, и с этого расстояния... Вот. Ну и как бы только каждый третий примерно попадает в шею, там, в грудь, и только каждый там 15-й попадает в лицо. Вот. И поскольку хурма в этом состоянии, особенно здешняя хурма, очень похожа на помидоры, а история с пулянием тухлыми помидорами не нуждается ни в каком объяснении. Ну, каким-то людям и это нужно объяснять, но мы уже не имеем в виду людей, которые не понимают, что делать с тухлыми помидорами в театре. Я очень люблю играть в игры, которые напоминают схему, описанную блестяще в одном анекдоте. Может быть, ты его даже слышал. Когда, знаешь, в камеру к самым страшным ворам открывается дверь и запускают туда очень странное вертлявое существо такое. И это инопланетянин. И он заходит в камеру и делает так. А там 40 чуваков таких. О, что это? Ты кто? Он такой. Я. Инопланетянин. Он такой. А что... Это самое, давай, ребят. И с него, ну, как бы снимают с него штаны, а там у него и спереди плоско, и сзади плоско. Так он смотрит и говорит, а вы инопланетяне это, как размножаетесь-то? Он говорит, мы вот так. Искусство вступает в отношения с людьми, не спрашивая у них разрешения. И когда ты выходишь из музея, то ты уже оплодотворен. Хочешь ты того или нет. Потому что ты уже получил семена, которые в тебя оно хотело заронить. И а люди, которые кинули... по-разному? Абсолютно. Кто-то из них это делал из обожания. Там были люди, которые там увлекаются перформансом, которым нравится современное искусство, которым приятно смотреть на тело, которым нравится вот этот контекст. Им кажется это странным, но хорошим, да? И они кидают хурму, потому что они как бы это обожают, потому что они таким образом высказывают свой excitement, да? А другие люди кидают хурму, потому что они считают, что это говно, что они это ненавидят, что они не понимают, о чем это. И они кидают хурму, это искусство, да? То есть они кидают тухлые помидоры. И вот мне очень нравится, что то, с чем я работаю, тот язык, который я использую, он как бы все равно работает в мою пользу. Я все равно так или иначе, играя в игры с людьми, я, что бы люди ни делали, побеждаю все равно я. И вот поэтому я занимаюсь перформансом. В начале нулевых ты был светским человеком, ты был на тусовках и все остальное. И ко мне приходит то ли мой брат, то ли кто-то из моих друзей и рассказывает. Я тут слышал, что Федор Павлов Андреевич, ну этот вот чувак из телека, который «Молоток» редактирует, на какую-то тусовку пришел, это было после 2001 года, и у него, на Хэллоуин, и у него был костюм, значит, то ли куртка кожаная, то ли что-то еще, из-за спины торчат два небоскреба, и самолет между ними попадает прямо. Мало того, из одного из небоскребов шел дым. Я тогда сидел на... Это был 2001 год, как да, ты понимаешь. Я сидел тогда на 6-метровой кухне в Восточном Измайлово, в двухкомнатной хрущобе, и думал, что мне говорят, ну, несут какую-то херь, пытаясь разыграть меня, там, 15-летнего. У тебя правда был такой костюм? Ну, это, на самом деле, какие-то были маленькие неловкие шаги в направлении того, чем я стал потом заниматься.
У меня была подруга, театральный художник, с которой мы вместе это соорудили. Я придумал, она сделала руками, потому что я вообще не умею ничего делать руками. Здесь многие люди меня до сих пор довольно часто, критика, которую я получаю на тему своей работы, это то, что я святотатски отношусь к определенного рода вещам, что я апроприирую, что я там к чужой культуре отношусь неуважительно и так далее. Это немного иначе, на самом деле, в моем обиходе обстоит, потому что я вообще-то считаю, что реакция на ужас, самая естественная реакция на ужас человека, когда, например, ты читаешь колымские рассказы Варлама Шаламова, от которых стынет кровь в жилах, это очень простая человеческая реакция. Что происходит, когда за пределы беспредел истерический смех? Смех — это обычная реакция на ужас. И когда человеку больше нечем ответить, физиологически нечем, когда слезы уже не могут течь, потому что тебя уже втоптали в такую трагедию, в такой кошмар, ты начинаешь хохотать. Это проверенная вещь. Наше тело вообще умеет, и я этим очень много занимаюсь в своей работе, да, наше тело очень умеет физиологически реагировать на разные необыкновенные повороты, мысли, на чувства, на странные неконвенциональные способы размышления. И хохот — это оно самое. Поэтому, когда я надел башни себе на плечи и пошел в Дом ученых на, теперь уже, оказывается, легендарный канонический Хэллоуин, который там происходил, где были все московские модники, одетые в лучшие костюмы и так далее, то это не святотатство, это не попытка надругаться над огромным количеством несчастных людей, которые остались без своих родных и так далее. Это история про то, что Хэллоуин на самом деле же это праздник духов, это праздник покойников. Поэтому... Ой, вот насколько связано, логично звучат твои обоснования перформансов текущих, настолько вот это кажется абсолютным позерством. Вот признайся, прошло 20 лет, что... Кстати. Прошло 20 лет, 20 лет, что это просто была история заявить о себе. Я не знаю, Юр, слушай. Самым модным среди модников. Не-не-не, слушай, мне просто понятно, что я делал какие-то вещи, которые там требовали к себе внимания и кричали о том, что я хочу, чтобы меня заценили и так далее. Но я делал это с детства. Я на самом деле в какой-то момент понял, что я и перформансом занимался в детстве постоянно. Ну, у меня была любовь с девочкой, которую звали Аня Булгакова, с моих 4, наверное, ну, она меня была на год, наверное, старше. Она жила на Савеловском, я жил в Сокольниках, и нас связывал 669-й автобус. И тогда была проблема с бумагой в Советском Союзе, и я воровал в магазинах пачки рекламных прокламаций, и я писал на этой бумажке дату, время и код какой-то, шифр я писал. И дальше я садился в 669-й автобус, который ходил как раз, по-моему, в 20 минут на своей остановке. Проходил туда, где кнопка с остановкой по требованию была над дверью, и засовывал туда эту бумажку за эту коробку. А Аня на той своей конечной остановке забирала эту голубиную почту и засовывала туда другую бумажку. И мы так делали в течение нескольких лет. И я, например, ездил на велосипеде и объявлял остановки. Я был уверен, что я автобус. Там в 4 года и в 5 и так далее. И я это делал по несколько часов в день. Я ездил сам собой, объявляя остановки. У меня были маршруты, я говорил там... Я записывал на магнитофон все линии метро, говорил, осторожно, двери закрывать. Я знал все наизусть, все станции, все пересадки. Я составлял расписание аэропортов и записывал объявления на магнитофон и так далее. Я всю жизнь этим занимался, детскую. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Объясни, чем крута Марина Абрамович? Марина — это поп-звезда мира современного искусства. Это человек, который сумел примирить массы с самым непонятным жанром искусства на свете под названием перформанс. Марина — это человек, который на протяжении нескольких месяцев сидела в огромном пустом зале в музее МОМА, и люди занимали очередь с ночи, чтобы сесть на стул напротив нее и посмотреть ей в глаза. Она сидела и смотрела людям в глаза на протяжении 3 месяцев по 8, а в некоторые дни по 12 часов в день, не сходя с места. И в момент, когда к ней пришел ее бывший муж, художник Улай, который недавно умер, с которым они 12 лет были вместе, а расстались, пройдя в течение нескольких месяцев, они шли навстречу друг другу по Великой Китайской стене. Они поцеловались на прощание, больше никогда, ну,
почти больше никогда друг друга не видели. Вот. Это перформанс. И в момент, когда пришел Лай и сел напротив Марин, вот они сидели на таком расстоянии, как мы сейчас сидим с тобой. Ну, а там много очень народа было, потому что огромная очередь стояла. То есть люди с ночи занимали очередь, чтобы посмотреть ей в глаза. Ты ничего не делал, ты просто вот она сидит в красном платье, или там у нее было красное и синее, она меняла их. Она сидит и смотрит человеку в глаза. И, ну, иногда не моргая, иногда что-то. С людьми случались истерики, они бились в подучи, из них исходили демоны, они крутились на голове, они стояли на коленях около нее, они целовали подол ее платья. Она стала святой. Это произошло таким незаметным образом. Она не была таким до этого проекта существом. И вот когда сел Лай, то как бы что-то как будто бы сломалось в мире, потому что, ну, было понятно, что эти люди расстались, потому что он ее изменял, потому что у них не шла больше вместе работа, много было всяких вопросов. И когда он сел напротив нее, они там сколько-то лет не виделись, не разговаривали, начались судебные процессы между ними, они не могли поделить архив там и так далее. И когда он сел, они оба заплакали очень сильно. То есть прям, ну, как бы, там вот есть это видео, и ты знаешь, что это видео мне прислал Портейра, чувак, который живет на фавеле напротив, прислал мне это видео в WhatsApp, ну, наверное, несколько лет назад, и сказал, кажется, это что-то, чем ты занимаешься. А там такое видео, типа, из разряда «Они не виделись 40 лет, бывшие влюбленные, и вот они встретились, он и она». Там мне написано, не Абрамович, не Улай, ничего, это бразильцы присылают друг другу просто как кусочек телесериала. О, прикольно. Поэтому это массовая культура. Федь, а ты побрился, да? Да, конечно. Ты стал чуть-чуть похож на Митю Фомина в этот момент. Простите. Серег, а похож или мне кажется? Кто такой Митя Фомин? Слава богу. Ну это вранье жесточайшее со стороны Сереги. Ты напомнишь? Ну это чувак из группы Hi-Fi. Одно лицо, слушай. Не, Митя мой друг, все нормально, классно, нас часто сравнивают, все хорошо. У меня эго росло гораздо быстрее, чем моя слава, и как-то раз я лечу в самолете, должен был полететь в Сочи, по-моему, и тогда еще нужно было идти пешком во Внуково, по аэродрому, были такие башни там, я помню очень хорошо это, и я прошел уже к самолету, и вдруг сзади: «Стойте, подождите, стойте!» И какая-то барышня бежит через весь аэропорт, через все взлетное поле, я так думаю, опять эти автографы, и она подбегает, такая: «Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, распишите мне, напишите Наташе от Антона, да?» Камолова. Когда меня выгнали с РТР, то вместо меня взяли Антона Камолова. Чтобы бабушки не подумали, что это разные люди. Которые смотрели. У меня тогда был суперудачный таймслот в 11:35. И мой средний возраст моих зрительниц, гендер был же, а средний возраст 78. Поэтому... Что такое секс? Просто пример. В бразильской прессе, в желтых изданиях, пару лет назад прошла моя любимая новость, которую никогда до сих пор никакая мировая пресса не перебила. Новость была о том, что в далеком городке на северо-востоке Бразилии три пары решили заняться групповым сексом. И для этого договорились встретиться в доме у одной из них. Это был субботний, например, вечер. И две пары уже собрались, а третья еще опаздывала. А в этот момент некоторый чувак решил ограбить этот дом. И он подготовился, надел маску, надел перчатки, взял кусачки, плоскогубцы, подошел к тому месту, где у этого дома происходит присоединение к электричеству, отрезал, вырубил свет, залез по водосточной трубе, открыл окно, встал на окне с двумя пистолетами, и что с ним произошло? Его повалили на кровать и принялись с ним заниматься любовью. И он тогда подумал, да хер с ними, с деньгами, секс-то редко бывает хороший. И это правда? Это чистая, не вымысел журнал... И это чистой воды бразильская тема, потому что секс лучше всего, потому что ничего лучше физической любви на свете не существует. И люди, ну, как бы в целом просто очень быстро принимают неправильные решения повсеместно. Здесь вот на улицу выйди, люди все время принимают неправильные решения, потому что гормоны, потому что что-то такое, какая-то озоновая дыра над Бразилией происходит, где людям в головы чипируется... Вот абсолютно Бесогон ТВ, да, их чипируют на тему эротизма, эротизации всего происходящего, секса, любви и всего такого. То есть это движущий мотив всего, что здесь происходит. А как вот эта вот помешанность на пореве сочетается с их религиозностью? Очень классно, потому что
вообще говоря, это не просто религиозность, это паранойя на почве разного рода примет. То есть, например, к тебе приходит в гости бразилец или бразильянка, никто из них сам не откроет дверь, когда будет уходить. Ты должен подойти и открыть дверь. Иначе этот человек никогда не вернется. И они просто будут стоять, час ждать под дверью. К религии это не имеет отношения. Для бразильца религия — это тема ритуала, прежде всего. Например, в Рио-де-Жанейро есть православная церковь Санта-Зинаиджи, Святой Зинаиды. Я туда пришел, и там на португальском поют вот эти все «Иисус воскрес, Христос воскресе» и всякого рода там, гимны наши, да, православные, не знаю, как это правильно сказать. Это все исполняют люди разного цвета, оттенка темного цвета кожи на португальском языке. «Дживердаджи, Иисусито!» — кричат они вместо «Воистину воскресе!» на Пасху. Понимаешь? «Дживердаджи!» И ты такой стоишь, думаешь, а что им здесь всем надо? И потом я, значит, какой-то там чудесный был отец Сергий, кажется, которого перевели из Тайваня. Вот. И он такой еще немножко озирался. Я говорю, откуда все эти люди? Говорят, тут такая ситуация. Они сюда ходят не потому, что они как бы верят в православного Господа, а потому что, ну, у них папа или дедушка шел по улице и увидел красивый домик. Зашел, а там еще красиво поют. И все в золоте. Все, им больше ничего не нужно. Блин. Потому что просто для бразильцев главное, чтобы было красиво. Пели. И ходили бы кругом со свечами, иконами вокруг. Это просто красота. Но помимо православной церкви, эта же семья точно так же ходит к евангелистам на кандамбле. Это вудуистско-индийский ритуал. И, возможно, они исповедуют каббалу, понимаешь? Поэтому нет никакой проблемы с тем, чтобы один и тот же человек был во всех религиях. И нет проблемы в том, чтобы при этом трахать все, что шевелится. Абсолютно. А в чем проблема? Ну, то есть, я пару раз спрашивал у знакомых там, а как, что, вот кто ходит в церковь, потому что многие ходят в церковь, те все время пишут «Deus te abençoe», «Храни тебя Господь». То есть, да. Бразильцы все время, ну, во-первых, тебя называют все «меофилию», «сынок». Это просто мне все говорят, люди, которые меня там младше на 10, на 20 лет, ну, как, сынок, дела там и так далее. Это тоже такое, ну, отчасти сакрально-божественное отношение. А во-вторых, тебя реально все хотят благословить постоянно, да, и, ну, вот, как бы слово «спасибо» по-русски у тебя никак не ассоциируется с тем, что оно на самом деле значит, а вот в Бразилии, ну, все время человек говорит, ну, что, увидимся сегодня вечером? Он говорит «Se Deus quiser», «Если Господь пожелает», ну, и так далее. Все междометия, все слова, которые ты используешь в повседневной речи в роли паразитов, они все про Бога. На что ты живешь? Я сейчас, последние больше года почти, я являюсь артистическим директором фестиваля, который существует уже 10 лет, который раньше назывался «Арт-Овраг». Фестиваль находится в городе Выкса. В Выксе живет 53 тысячи человек. Это моногород, который существует вокруг завода. Мне посчастливилось познакомиться с удивительными людьми, у которых я учусь сдержанности, терпимости и здоровому консерватизму. Это для меня очень новые... Это ты про кого? Это я говорю про своих патронов, про людей, которые... Про Ирину Анатольевну Седых, которые владеют объединенной металлургической компанией и которые, собственно, позвали меня заниматься этим фестивалем. Это удивительная вещь, потому что на глазах у изумленных людей, которые за этим наблюдали, в городе Выкса появились люди, которые любят и понимают процесс современной культуры, которые вдруг неожиданно стали обладать самой впечатляющей коллекцией граффити в России, да, там, стрит-арта, которые могут тебе рассказать про то, что такое паблик-арт, которые понимают, что такое резиденция, потому что в Выксе существует единственная в России художественная резиденция, куда со всего мира едут художники, которым оплачивают билеты, проживание, продакшн и так далее. То есть это на самом деле город, в котором люди, работающие на металлургию, которые, ну так, по-простому, если производящие трубы и колеса для сапсанов, например, да, вот эти люди вдруг неожиданно приходят на работу и видят там огромные произведения на стене, которые сделал один из величайших художников современности Эрик Булатов, 87-летний, который во время пандемии приехал в Иксу и 87 своих лет из Парижа, где он живет. Это художник, который выставляется в крупнейших музеях мира. И сделал работу, которая называется «Стой и иди». Теперь каждый человек, идущий на работу на свою фабрику, на Иксунский металлургический завод, увидит эту надпись,
которая прикажет им остановиться, а потом сразу пойти, а потом снова остановиться. Это работа 75-го года Эрика Булатова. Это твоя единственная работа? Что ты имеешь в виду? Ну, ты, мы говорили, на что ты живешь, и ты... Нет, я, безусловно, получаю гонорары за свои выступления, я читаю лекции, я делаю, я осуществляю определенного рода арт-эдвайзерскую деятельность, то есть у меня есть пара моих друзей, которые просят меня советовать им искусство в их частной коллекции. И это то, когда я в 2009 году сделал выставку в Нью-Йорке в галерее Deitch Projects. Это одна из самых панковских и крутейших галерей на свете, которая основана таким Вуди Алленом от современного искусства Джеффри Deitch. Удивительный человек. Вот в таких вот роговых очках. Абсолютный такой джерк. Вот. И Джеффри, я спросил, Джеффри, как мне жить? Я не понимаю, как продавать перформанс. Я к тому времени год занимался перформансом, все. И он мне сразу предложил сделать выставку. Я говорю, как мне жить? Он говорит, ты знаешь, он так на меня посмотрел, почесал свои очки и говорит, Марсель Дюшан всю свою жизнь барыжил искусством для одного богатого человека. Найди себе этого человека и делай это. Ну, я нашел двоих, фактически, наверное. Вот. И просто Марсель Дюшан никогда не нужно было думать о том, может он продать свой писсуар. Ты понимаешь, что Марсель Дюшан — это автор фонтана, писсуара. А Марсель Дюшан — человек, который придумал в искусстве тему найденных объектов, found objects. Сейчас там была шутка какая-то, был такой пранк, да, когда в музее Тейт Морган какая-то японская туристка на полу положила свои очки и убежала. И тут же набежали другие японские туристы, которые стали эти очки фотографировать, потому что пол пустой, ничего нету, они подумали, что это объект искусства. Очень легко развести человека на то, что не является искусством, на самом деле им является, и наоборот. И вот, собственно, по этой причине Марсель Дюшан является автором нашего сегодняшнего благополучия. Тех людей, которые торгуют пустотой, которые барыжат воздухом. И он как бы поручил всем нам, своим будущим потомкам, когда нам будет плохо, прийти к состоятельному человеку, который все симпатии относится к художникам в основном, да, и сказать, слушай, ну вот у тебя там как бы дом же новый строится, но тебе что-то нужно искусство, ну давай я тебе посоветую, что туда повесить. Ты, во-первых, подбираешь, может быть, под стену, может быть, под вкус, может быть, под идею, это могут быть самые разные вещи, и в результате ты, конечно, получаешь 10% от продажи, если это дорогая работа, то проценты хорошие, но в моем случае, например, мне не важно, продаю я работу, которая стоит $1000, потому что, ну, как бы мне важен сам процесс, или там 100, к примеру, да. Что ты думаешь о том, что происходит в России сейчас? Как сказать? Мне кажется, что в январе в России произошло событие, после которого ты больше не можешь сказать, что ты не интересуешься политикой. Я всегда думал, что, ну, там, несмотря на какую-то там потенциальную близость, что многие мои там знакомые дружат, работают с Навальным и так далее, я... Ну, никогда не считал себя его сторонником. Мне никогда не приходило в голову пойти на его митинг или там репостнуть какой-нибудь там его что-то. Но мне не оставили выбора. Я вообще не являюсь его фанатом. Смотрю на него и думаю, какой красивый человек, какой сильный дух и какая крутая любовь между этими людьми. И это не я так думаю, это меня так заставляет думать моя страна, которая создала для меня тупик, загнала меня туда и сделала так, что я больше ничего не могу себе сказать, кроме вот этого. Ты можешь быть сколько угодно критиком искусства, но когда художника сажают в тюрьму, ты можешь ненавидеть этого художника за его работу, ты можешь думать его поверхностным и пустым, но ты пойдешь на улицу его защищать, потому что художник не может сидеть в тюрьме. Ты можешь как угодно относиться к Кириллу Серебренникову, к Пусси Райот, к Петру Павленскому и к прочим людям, которые сидели, или к Олегу Сенцову как кинорежиссеру, да? Но в момент, когда этот человек оказывается преследуем системой, у тебя есть только один выбор — идти и за него делать вещи. Самый главный пример художника, которому сейчас хуже всего и которому больше всего нужна моя помощь, это Юлия Цветкова, которая абсолютно пошла как кур в ощуп, вообще ничего, никак не нарушив, не сделав никаких неправильных действий, не совершив никаких противозаконных актов и так далее. То есть это просто человек, на котором система пробует себя. И это, конечно, не может не ошарашивать. Что ты думаешь о Путине? Я предпочитаю о нем не думать.
Ну, просто потому что мне кажется, что очень важно думать о том, что тебя возвышает. Очень важно думать о том, что тебя делает лучше. Очень важно думать о том, что ведет тебя куда-нибудь. А зачем думать о том, что для тебя не может этого сделать? В чем смысл? У меня в последнее время меня одолевают мысли относительно... Но все-таки я занимался какую-то часть своей жизни пиаром. Я понимаю, что такое, как работают эти механизмы. Я думаю, что в его хозяйстве наняты супер неправильные люди, которые всем рулят. Что это видно, как изменилась механика размышления у руководителей идеологического ведомства, не знаю, как это называется, администрации президента или whatever, да, но я вижу, как по-другому это стало работать и как хотя бы какие-то зачатки размышления и идей были там еще сколько-то лет назад, а сейчас их нет. Я на самом деле почти 10 лет работал государственным чиновником. Я был директором государственного бюджетного... А дальше я затрудняюсь расшифровать. Галерина Салян. ГБУК, ВЗ, там какая-то длинная формулировка. Я работал в команде Сергея Капкова. В какой-то момент он стал моим начальником, и я ему что-то советовал, и мы много чего вместе сделали. Я делал какие-то фантастические проекты и был очень горд тем, что у меня это получается. На меня не обращали внимания, меня прощали. Я делал много из того, что, наверное, было делать нельзя уже тогда. Ну, сейчас бы вообще это было бы невозможно. Вот. То есть просто меня не замечали. У меня были друзья, которые работали в этой структуре, и которые, ну, как бы, коллеги из культурного контекста писали на меня доносы. Мне даже о них рассказывали прямо, да. Но были другие времена, и можно было, наверное, как-то меня потерпеть ради того, что в результате получался классный результат. В какой-то момент это стало невозможно, и я ушел. Я понимаю, что мне не было никакого другого выбора, потому что, ну, в какой-то момент все схлопнулось. Это было 2 с чем-то года назад. Я понял, что работать на государство я не могу прежде всего по той причине, что когда прошли выборы президента, мне позвонил начальник главка и спросил: «Федор, скажи, пожалуйста, тебе нужно сообщить о результатах голосования на выборах твоих сотрудников. Кто голосовал за там?» Я говорю: «А почему я должен об этом сказать? Это там тайна голосования, это выбор каждого человека». И такое распоряжение по департаменту. Я говорю. И, ну, это был как бы очевидный для меня звонок, потому что, ну, когда я не могу выполнить то, чего от меня хотят, то я просто должен, наверное, подать рапорт об увольнении. Вот. Главка — это что такое? Ну, это был департамент культуры города Москвы. И это не был единственный запрос такого рода. И понятно, что все люди, которые работают в государстве... На самом деле, я с восхищением смотрю на музейных директоров, которых по-прежнему с лихвой в Москве и в Петербурге есть очень достойных людей, которые умудряются каким-то невероятным образом балансировать во всем этом, отвечать на такие запросы, разговаривать с этими людьми и так далее. Я думаю, что если бы сегодня все люди, которые испытывают настроение, не совпадающее с курсом партии и правительства в России, и которые хотели бы как-то возражать, взяли бы и громко возразили, то, например, культура точно бы закончилась. Потому что, ну, огромное количество, например, культурных институций находится только под государством. И что им делать? То есть просто прекратить работать. Какой здесь выход? Ну, в советское время тоже было порядком людей, которые тихо делали свое дело. Какой выход? Всем работникам культуры, которые не согласны, продолжать терпеть? Просто чтобы карьера не разрушилась? Кто я, чтобы давать такие советы? Кто я такой? Почему я должен это делать сейчас? Я полагаю, что я могу только с уважением и определенной долей восхищения глядеть на удивительных менеджеров, которые терпят, которые втянули голову в плечи и которые продолжают тихо-тихо и очень достойно делать свое дело, работая там, где они работают. И таких людей много. Многие знают, что Сереги довольно уверенные в себе типы, вот, которые никогда не нервничают, и их задача мне говорить: «Юрец, не волнуйся, прыгай со скалы! Юрец, не волнуйся, прыгай с вертолета!» Я никогда не видел такого растерянного Серегу. Я думаю, причина просто в том, что Серега имеет какой-то преконсейту по поводу коммунидади. То есть у него есть какая-то
какое-то у нас чешется, предубеждение. И он вообразил себе, что сейчас его тут по-настоящему знаменитый Луис Альберто прижмут к стене и, наконец-то, вытрясут из него то последнее, что у него осталось, и ну, чем он мог бы поделиться. Все смотрели «Город Бога» просто, и ты понимаешь, наш почему... «Город Бога» вышел 20 лет назад, алло. Но он классикой остается. Ну, а что-то совершенно изменилось? В целом, да. Изменилось то, что стало только хуже. Вот. Потому что Бразилия тогда была при бабле, много нефть иностранцев, нефть стоила много дороже, да. У власти были социалисты, вообще было много всего интересного. Сейчас что тут осталось-то, блин? Надеяться не на что больше. Поэтому, в принципе, люди, которые здесь жили, жили плохо. Другой вопрос, что в коммунидаде проникли банкоматы, которых никогда не было. 4G интернет. Проник 4G интернет. То есть нету больше такого... то есть город пытается, ну, уже больше не делает вид, что этого не существует, а пытается как-то обстроить вокруг, ну, как, знаешь, когда в организм человек попадает инородное тело, и организм не может его выдворить, то он начинает вокруг него плести кокон там или, ну, пуля какая-нибудь застряла, да? Ну да. То есть он начинает его обживать. И вот здесь происходит ровно то же самое. То есть город Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, любой большой город Бразилии, понимая, что выхода нет, нужно иметь в виду, что эти люди есть, они здесь живут, они так и будут жить, они будут воровать электричество, они будут пользоваться нелегальной канализацией. Это все так и происходит. Вообще говоря, большое там современное искусство, вообще любое искусство всегда питалось простыми идеями, и это одна из самых простых идей, которые вот он, видите, карабкается вверх, сейчас Эстевао, ага. Вот, который только можно себе вообразить, потому что сеньор Эстевао — это простой сан-паульский садовник, который работает в каком-то там кондоминиуме, поливает цветы и высаживает клубни. Вот, но с 85 года он возводит проект своей мечты. И... Яйо! Vai responder pra gente daqui? Vai? Vai falar com a gente assim, ó? Роутер настраивает? Не знаю. Смысл такой, что он это все строил, и он вообще далеко еще не закончил. То есть у него впереди-то он говорит, что это полдела только. Слушай, выглядит как Саграда Фамилия. А так это и есть. Он называется местный, они, правда, называют его Гуджи. Ага. Ну, потому что Волчи Дисней, Брэджи Пичи, Вочка, то оказывается вот так произносится это все. Он продолжает строиться, так же, как, да, Саграда Фамилия. Он строится всю дорогу и, наверное, никогда не закончит. Ему 65 лет, у него уже выросли дети, у него уже, как бы, он стал знаменит, о нем снята серия знаменитого местного сериала, про него сняли документальный фильм, не поленились, отвезли его в Барселону, но ничего не изменилось, он продолжает строить, и он неостановим. Он каждую субботу ходит на такие блошиные рынки всякие, где он покупает килограммами ненужные битые тарелки, пробки, всякую прочую ласковую шнягу, и из нее потом лепит как ласточка вот это свое бесконечное гнездо. Поскольку эта коммунидаджи называется Параизополис, это, конечно, слегка ирония, злая ирония самих обитателей в адрес их жилища, это город их обиталища, да? Да, это райский город. Но название это люди обыгрывают всеми способами. Конечно, это часть этого обыгрывания, не случайно это именно здесь, а также перед входами во все почти дома висят клетки, в которых поют канарейки. Это как бы райские птицы. Сейчас, можно поднять? Слышишь? Опа. Вот здесь мастерская, он здесь сидит, работает. Так вот. Я, кстати, считаю реально крутыми вот эти вазы. Они, ну, то есть, это все равно, конечно, прекрасная божедомка, но тут прямо у него, я у него купил за 150 реалов реально такую минималистскую. Вот, например, вот это. Она из пуговиц. Вот это уже становится похоже на, как бы, ну, на дизайн скорее, да, не на искусство, но, то есть, тут много повторяющихся одинаковых штучек. А когда все разное, то это уже начинается как бы наивное и народное. То, что внутри, можно купить. Да. Mm-hmm. Ну, то есть ты не можешь отломать кусок от скульптуры, но он все время для того, чтобы выживать, производит объекты, вазы,
и многое другое. Я, например, здесь был с моими друзьями, у которых галерея объектного дизайна. Они скупили здесь кучу вещей, сказали, что они будут это вообще продавать и разговаривать с ним о том, чтобы наладить поставки в Лондон и в Москву. Но в Рио, в России есть художник, который прям мировая звезда, да? Да, и он не единственный. Ну, в целом, люди, например, художник Вик Мунис, один из самых знаменитых бразильских художников, родом отсюда, с одной из коммунидаджи в Сан-Паулу. То есть он родился и вырос в трущобах. Они продают за десятки тысяч долларов свою работу. Вик Мунис стоит стольничек, 150-200, запросто. А вот это все-таки наивное искусство. Да. И есть большая разница между этим. То есть этот чувак никогда не институциализируется. То есть он никогда не будет, условно, преподавать в художественных институтах. Он никогда не будет ретроспективы, не будут ездить по крупным мировым музеям. Но он будет частью контекста, который называется, это тоже не очень хорошее словосочетание, арт-брют, да? То есть есть художники с особенностями, есть художники самоучки, есть художники, которые там всю жизнь занимались чем-то еще, вот эта штука, скрипка Энгры, да? Ага. Про то, как человек чем-то занимался, а преуспел в чем-то еще. И вот садовник, это садовник, который лепит, это не оригинальный как бы контент с точки зрения мирового искусства, да? Но это чудо природы, это, безусловно, туристическая достопримечательность. И если бы Бразилия была цивилизованной страной, то мы бы сейчас здесь бы заплатили деньги за вход, и нас бы водили экскурсоводы. В общем, мы находимся на официальной смотровой площадке государства под названием Параизополис. Мы видим все мыслимые и немыслимые окрестности. Пишасао секретное, какие-то криптографические надписи. Много красного кирпича и много человеческой свободы, потому что, как ни странно, коммунидаджи — это очень свободная территория, где все можно и всем все позволено. Кстати говоря, на фавеле Россини, где я некоторое время проживал, недолгое, даже есть свой гей-парад. То есть при том, что в целом считается, что в коммунидаде живут очень простые люди, но среди этих простых людей случаются и поэты, и художники, и люди, которые размышляют и не совсем согласны. Вот. И толерантность и отношение к человеческой инаковости, как ни странно, в этой среде распространенная вещь. Вот это меня очень удивило, потому что по-хорошему ты ждешь, что как бы люди, которые живут в простоте и с ворованным электричеством, и, не знаю, каждый день должны карабкаться к себе домой по ступенькам или на мототакси и так далее, что у них как бы не будет места в сознании для принятия чего-то, что не является частью их обихода. А оказывается, что нет, что вполне себе есть, и даже больше, чем у какого-то совершенно обычного человека. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У тебя был рекламный контракт с ВТБ. Технически он, наверное, у меня есть до сих пор. По-моему, я не знаю, разорвали ли его. Я про это не знаю просто. Последние съемки прошли у меня в конце декабря. И я пытался задать вопрос, буду ли я продолжать, и мне не было на это ответа. Почему у тебя сомнения? Ну, во-первых, меня 2 месяца почти нет в России. Во-вторых, мне кажется, многие вещи изменились за время, что прошло с моих последних съемок в конце декабря. И я в том числе, как и любой другой нормальный и здравомыслящий человек, не мог не сделать того, что сделали все, когда, не знаю, там, написали в социальных сетях определенные вещи, касающиеся происходящего. Вот, я тоже это сделал. Поддержали Навального? Да. У тебя не было никаких сомнений, работать с ВТБ или нет? ВТБ, госбезопасность, Костин, Наиля Аскерзаде. Все деньги в России, так или иначе, любые деньги, в том числе деньги, которые тебе платят рекламодатели, они все грязные. Что теперь делать? Потому что все деньги произошли, ну, то есть, условно, вот когда ты копнешь, тут даже 6 рукопожатий не нужно для того, чтобы прийти к украденным партийным деньгам, приватизированным криво и косо предприятиям и так далее. Слушай, все обогрено, в этой стране все обогрено кровью 90-х, там, не знаю, и советским тяжелым душным наследием. Ну, во-первых, не все, все. Есть куча, ну как не все? Ну, как, ну где-то везде все равно кто-то проинвестировал, кто-то купил что-то. Ну, подожди, ты же понимаешь, о чем я говорю? Ну, есть понимаю. Разные бизнесы. Есть бизнес, который в чем-то компромиссен, но при этом он собой что-то представляет. Есть бизнес, который остается частным, насколько можно оставаться частным, а есть огромный госбанк со всем шлейфом скандалов,
который... Во-первых, я... это вообще ничего никак меня не может отмазать в твоих глазах, если я скажу, что я вообще ничего не изучил, когда я подумал, что я буду работать на этом проекте. Я не призываю отмазываться, я просто узнаю и все. Смотри, когда я подписывал контракт, в этом контракте был пункт, в котором четко говорилось, что я не имею права на радикальные, экстремистские, нетолерантные и какие-то еще высказывания, пока я работаю в рамках этого контракта. То есть я не могу в социальных сетях себе этого позволить. Поскольку этот пункт для меня звучал очень неоднозначно, то я попросил его убрать. И мы довольно долго на эту тему говорили с моими коллегами, которые меня пригласили работать на этом проекте, и поняли, что этого пункта можно избежать. Но я задал вопрос, ну, видят ли они, что я делаю в социальных сетях. Я никогда не менялся. Я последний, вот я сколько там, не знаю, на Фейсбуке, в Инстаграме, я, наверное, года с 2013, на Фейсбуке года с 2009. Я всегда был одно и то же. Я вообще не очень политически настроенный. Но я периодически, когда я понимаю, что это касается лично меня, и что то, что сейчас происходит на улице в Москве или, не знаю, в каких-то там застенках и так далее, я нахожусь там в этот момент, я обязательно об этом пишу. Вот. И это бывает редко, но это момент, когда я начинаю, когда я прошу, поднимите мне веки. То есть, когда у меня начинается какая-то, когда достигается температура кипения. Вот. И поэтому, собственно, ну, так произошло и в этот раз. Вот. И этого пункта в моем контракте не было. Поэтому я контракт никакой не нарушил. Да, тем, что я там написал пост о любви Алексея и Юлии Навальных, который, правда, мне кажется, там, уникальным случаем для 20 века, и я совершенно искренне об этом сказал, что как бы в российской политике, в политике в России, в Советском Союзе, да, никогда не было такой пары. И это, ну, действительно уникальный случай. Горбачев? Ну, послушай, ну, Горбачев не был, мы не наблюдали за его политическим взлетом в момент невероятной любви. Мало того, как бы, ну, это длилось столько лет, и Горбачев все-таки пришел из Советского Союза, и мы изначально видели, мы не знали о Раисе и так далее. А Юлю мы знали с самого начала практически, а сейчас мы увидели, Раиса никогда не жертвовала собой и не готова была там, не знаю. То есть это вообще другая история при чем-то. То есть это последний раз было в России, наверное, во времена там, не знаю, декабристов. Костин, Нелли Аскерзаде и «Лавочка в Нью-Йорке». Навальный про нее снял фильм. Ну, про их историю отношений. И потом эту табличку снял художник Артем Лоскутов и художник... на аукционе продал за много денег. Художник Артем Лоскутов, я за ним слежу, он классный очень. А что думаешь про монстрацию? Монстрация — суперпроект. Ну, вообще, как бы, мне кажется, что хэппенинг — это редкий жанр перформанса, им очень мало кто занимается, потому что нужно много усилий, чтобы это организовывать. Я вообще очень за эзопов язык. Я очень против лобешника. Мне очень не нравится, когда говорят напрямую. Я считаю, что ну, гениальный человек по фамилии Виктор Шловский, который сумел сформулировать в первой половине 20 века главный термин постмодернизма — остранение. Остранение. Слышал такое слово? Это слово, которое обозначает все, что происходит сейчас в нашей жизни. Я не говорю с тобой буквально, я буду шутить. Я не буду называть вещи своими именами, я буду их отстранять. То есть я буду стараться сделать так, и из этого соткан, из этого сделан постмодернизм. Смысл в том, что Артем как бы... Мастер отстранения. Артем мастер отстранения политической повестки. То есть он берет и делает это... Крутейшим образцом вот подобного подхода был в 70-е, в 60-е годы Илья Кабаков, который заворачивал в свою... То есть приходили люди, например, потому что Кабаков, как и Булатов, как и другие столпы неофициального искусства в позднее советское время, они все были членами там, союзов художников и так далее. Потому что, ну, мою маму, например, нигде не печатали, потому что то, что она писала, ну, невозможно было себе представить в вышедшем виде книги. А Кабаков и Булатов рисовали детские иллюстрации. Поэтому, когда мы привезли Эрика Булатова в Иксу, то там люди такие: «Ой, да это же я в детстве, кот в сапогах, ой, типа там, приключения Мюнхгаузена», там еще какие-то книги, которые оформлял Эрик Булатов со своим тогдашним партнером Олегом Васильевым. Вот в иксунцы знают его таким образом. Это уже классно, потому что это мост к их принятию того, что у них на заводе нарисовано. Вот. И Булатов, и в первую очередь Кабаков,
писал огромные полотна, например, там, огромное полотно, там, не знаю, 2 на 3 метра, и на нем расписание, что должны сделать в какое время жильцы коммунальной квартиры. Анна Петровна Сидорова, помыть за собой посуду. Виктор Петрович Новоселов, подмести сортир, там, да. И так далее. И вот это все расписано. Это абстрактное искусство. Если на него бросит взгляд советский цензор, то он ни хера не поймет. Потому что это настолько запредельно сложно для человека, который привык думать впрямую. Поэтому сегодня в России огромную ценность имеют люди, которые могут мыслить опосредованно, которые могут отстранять, которые могут, блин, не говорить впрямую, понимаешь? И известно, что советское время подарило мировой культуре огромную литературу, которой сейчас в России нет. Советское время подарило «Доктор Живаго», это тут в Бразилии, извини меня, пожалуйста, люди называют своих детей Юрий и Андрей, хотя это имена не существующие в Бразилии, это имена из «Доктора Живаго». Ну, Юрием они, я думаю, называют в честь Гагарина, который приезжал сюда. Он приезжал сюда, конечно, но я спрашивал, почему тебя зовут Юрий, доктор Живаго. У меня у подруги в подъезде вахтера зовут Живаго, понимаешь, это имя его. Вот. И вообще, там, не знаю, Солженицын и так далее, да, то есть все это огромный плод подавления и запрета, потому что культура начинает развиваться, когда ее запрещают. Вспомни начало века, нулевые годы, ноль следа в российской культуре, ничего не произошло. Ты имеешь в виду 21 века? Да, 10 лет назад. Вот эти 10 лет первые, когда Путин не открыл личико, когда ничего не происходило и так далее, классно было, потому что художники чем занимались? Они там ипотеки себе получали, устраивали детей в хороший детский садик, там продавали работы, то есть то, что они делали, эти художники, это вообще никому показывать нельзя, потому что ничего не происходило хорошего, интересного. Пока Путин не открыл личико? В этот момент все началось. То есть я внутренне замер в ожидании, потому что когда получилась Болотная площадь, я понял, что сейчас начнут появляться художники, писатели, поэты. И так и получилось. Начиная там с 10-11 года уже пошел всплеск, и сейчас у нас во многих, в России во многих жанрах есть новые суперические имена. Да, это царство чисто мужское такое, доминирующее по-всякому над женским или над романтическим. Тут все сделано из деталей мертвых мотоциклов и убитых велосипедов, потому что Бербела — это человек, который отвечает в Парезополисе за красоту такую более грубую. Стол, он крутится, да? Или там стул, на нем сидят, да? То есть это все настоящая мебель, которая как бы собрана из деталей. Он с утра до вечера чинит мотоциклы и велики. И на самом деле он не умеет читать и писать. И у него огромное количество почитателей. К сожалению, среди них и вот это существо, которое тут сфотографировано, лучше бы его здесь не было. Это президент Бразилии? Да, к сожалению. А вот. Ты его как назвал? Существо. Но он нацист. И он как бы такой худший вариант всех мировых диктаторов, которым просто бразильское законодательство и устои не дают подгрести под себя все. То есть он как бы многие вещи решает неправильно. И, ну, то есть все, что он говорит, это полный трэш. Там он говорил, что это маленький грибчик про там корону. Ну, понятно. То есть это абсолютно то, что делали все неправильные правители. Вот. Но он такой жесткий микс из Трампа и всех прочих известных. И Лукашенко. Да он вообще просто Лукашенко. То есть у него такие же шутки, такое как бы, такое вот неловкое, он такой немножко всегда чуть-чуть взъерошенный. Вот идите сюда. Например, есть даже такая вот штука, как там шлепанцы, да? Хавайянос, наверное. Или там простая табуретка. То есть, да? Это все как бы такое. Но самое главное, что как бы с чем он справился, что он очень воспроизводит и повторяет из множества маленьких одинаковых деталей, создавая некое большое целое, да. И это и есть принцип постмодернизма, то есть это такое как бы мультиплицирование. O senhor tem algum plano de fazer algo enorme, grande? Tem alguma ambição de desenvolver esse projeto para
Тей. У кого такая фаза? Я спрашиваю, что он хочет сделать, какой у него большой план. Он só tem espaço, eu pretendo fazer helicóptero. Он хочет сделать вертолет. Tamanho normal. Вертолет в реальную величину. Turbo material reciclagem. Весь сделанный из запчастей ненужных. Но не летающий. Ele vai voar? Não, só simular voo. Он будет только симулировать. У него будет все турбины, все вращаться, но полететь он не полетит. Смотрите, что есть. А это просто как музей или он продает что-то? Você vende tudo isso? Много из этого продается. А вот это не продается? Você vai vender o YouTube? Продается. А за сколько? Quanto você vai cobrar? За 200 отдам. Это $30. Блин. Покупаем. A gente vai comprar. Когда ты был главным редактором журнала «Молоток», одним из его авторов был Роберт Шлегель. В будущем активный нашист, депутат Госдумы, автор многих законопроектов странных и человек, который голосовал за закон подлецов. А мог ли ты себе представить это, когда был его руководителем? Нет, мало того, мы дружили и... Не знаю, мы дружили, я дружил с очень многими людьми, которые сейчас занимаются какими-то вещами. Я считаю, что каждый человек, по-моему, Роберт Шлегель давно живет в Германии или в Америке, или где-то. В Германии. Ну окей. Я просто полагаю, что человек изначально пропащее существо. И что у него есть право совершать ужасные вещи, а потом в них разочаровываться и больше так никогда не делать. Я верю, что все мои друзья... любимые, драгоценные, с которыми я много времени провел рядом, с которыми я делил свои горести и свои счастья. Не знаю, там, мой чудесный любимый друг Эдик Байков, с которым, который очень много мне помог в свое время и, не знаю, там, очень двигал мой театр и помогал мне верить в себя, и с которым мы сидели долгими ночами, говорили о философии, о Боге, о разных вещах. Ну, таких людей много очень. Ну, Эдик, например, там, после того, как я упомянул в каком-то интервью, что я полагаю, ну, меня спросили, по-моему, журнал Афиш или кто-то спросил в интервью, что я думаю о, там, о какой-то об очередной инициативе Эдуарда и ну, что все это значит. Я сказал, что я не хочу никого судить, что у каждого человека есть выбор ошибаться, и это не значит, что через сколько-то лет мы снова не обнимемся и не будем вместе. Я в этом продолжаю свято верить и думаю, что кто я такой, чтобы кому-то назначать приговоры. Ты говорил о том, как ведет себя система. Почему она себя так ведет? Ты говоришь о системе в России? Да. Я думаю, что система себя так ведет, в том числе и потому, что мы должны понимать, что 20 век выпотрошил и выхолостил все то хорошее, что было в этой стране и в ее культурном обиходе до революции. И довольно сложно требовать чего-то от страны, в которой не осталось мужчин, в которой не осталось интеллигенции, в которой не... То есть это все было истреблено. Кто остался после Второй мировой войны в России? Кто эти были люди? Как, ну, то есть сначала 37-38 год, до этого там коллективизация, раскулачивание, голодоморы, погромы, это все 5-10. Я-то, знаешь, я недавно размышлял, у меня есть работа, ну, посвященная архитектору Григорию Вашавчику, который в начале 20 века, будучи мальчиком из еврейского местечка в Одессе, уехал учиться в Италию, потому что его родители, очевидно, маршаны, да, собрали какого-то, ну, там, папа, наверное, какой-то был, там, коммерсант еврейский, да, он собрал бабла и отправил ребенка учиться в Италию. Этот ребенок никогда не вернулся из Италии, уехал в Бразилию и сделал здесь невероятную карьеру, построил здесь самые великие дома, был, там, не знаю, главным отцом бразильского модернизма и умер 80, там, с чем-то лет в окружении правнуков. То есть абсолютно счастливая судьба. Что было с его семьей? Погромы? Революция, раскулачивание, голодомор, дела врачей, 37-й год, там, концентрационные лагеря немецкие. То есть было такое количество возможностей погибнуть, и они все погибли. И он все время рвался, как бы хотел туда поехать и быть с ними, и он понимал, что как только он туда поедет, он погибнет. Поэтому о чем мы говорим?
Из чего должны были соткаться эти волшебные люди, которые бы построили страну будущего? Они были сотканы из людей, которые работали в КГБ. И другого выбора здесь не было. Я один раз спросил у своего товарища, который служил в спецназе. Я ему говорю, а почему меня никогда не завербовали? Почему никто никогда не сделал попытки мне предложить сотрудничество? Почему я никогда не получил ни одного сигнала, что я кому-нибудь интересен, да, например? Ну, потому что я там в свое время много работал там с посольствами, разговаривал с дипломатами, ездил за границу, дружил с влиятельными людьми и так далее. Вот я в России, пожалуйста, по идее, я знаю о том, что некоторым моим знакомым там предлагали, а когда они отказывались, их вышвыривали из страны и так далее. Почему со мной никогда этого не произошло? И он говорит, ты на себя посмотри в зеркало, ты иди сюда. У тебя папа кто? Я говорю, да, мой папа инакомыслящий. Да, он как бы всю свою жизнь до перестройки проработал, будучи физиком, ядерщиком и ученым, проработал в котельной. А мама твоя кто? А мама моя была запрещена, у нее первая книга вышла в 50 лет. Он говорит, вот тебе ответ. Ты классовый враг этих людей. У тебя никогда с ними ничего не будет. И это действительно так. Откуда могли соткаться эти люди? Но эти же люди победили главное зло 20 века. Например? Усатого фашика, который пришел и решил уничтожить миллионы людей. Ну, это абсолютно прекрасная мистика. И это, наверное, никак нельзя объяснить рационально. Кроме того, что русский дух действительно в определенные моменты Илья Муромец встает с печи и все, хана. Твоя цитата. «Россия вечно невестится, — сказал еще Бердяев, — и порой выходит замуж, не разглядев жениха». Это не Бердяев, когда это я сказал, что она выходит замуж, не разглядев жениха. Ну, когда это брак по расчету, то что ж тут делать, да? Когда это неравный брак, когда это женитьба во спасение. Знаешь, бывает, когда там чуваку грозит смерть, но если у него будет невеста, то его помилуют, да, там или еще что-нибудь в таком духе, то ты тут не выбираешь, как бы, да, ты тут просто вслепую идешь и женишься, вот. Но при этом насчет женской души тут вообще нет никаких вопросов, потому что чистой воды мать сыра земля, которая ждет и ждет, чтобы ее посеяли, удобрили и так далее. То есть чисто русская тема — это ожидание, это такой стенд-бай постоянный. И, честно говоря, ну, меня довольно часто обвиняют в русофобстве, в том, что я там без тепла говорю о русских людях и так далее. Это заметно, кстати. Я, в сущности, не являюсь русским человеком. Вот в чем проблема. Во-первых, во мне намешано 4 крови, их всех поровну, и русской во мне крови не больше, чем остальной. Для многих русский человек — это человек, живущий в России. Ну, человек, родившийся в России, неважно. Ну, да. Да, но там, вне зависимости от национальности. Ну да. Но, то есть это во-первых. Во-вторых, ну ты же можешь, ты же выбираешь себе свое племя, правильно? Мое племя — это вот. Вот эти люди, это мое племя. Я, на самом деле, дичайший фанат большого количества вещей в России, которые никогда не будут там для меня в каком-то таком готовом и удобоваримом для меня формате. То есть я бы хотел любить отдельно проявление русской культуры, я бы хотел любить отдельно проявление русской души. Я бы не хотел, чтобы русский человек пил водку, а хотел бы, чтобы при этом он плакал над тем, над чем он плачет. Я бы хотел, чтобы русский человек был таким милосердным, которым он есть, но чтобы он при этом не был таким равнодушным, каким он является. Мой папа умирал на протяжении 2 часов на полу станции метро Фрунзенская в московском метро от инфаркта, и к нему никто не подходил. Как я недавно об этом узнал. Моего папы нет 11 лет на свете. Мне недавно написал один человек, который это видел. Он англичанин, и он, ну, просто работал с моим отцом, и он туда приехал. Я об этом не знал, что он туда приехал. И он мне написал, я никогда не знал, что скорая и прохожие могут быть такими равнодушными людьми. Я до сих пор вспоминаю, как умер мой папа, и я понимаю, что причиной того, что он умер, является равнодушие русского человека. Это не то, что я помню об этом, хочу отомстить русскому человеку за его равнодушие, за то, что он отнял у меня отца в 69 лет, да, он мог бы еще жить и жить. Вот. Но я понимаю, что да, русскому человеку пофигу то, что происходит вне пределов его бассейна. И... Бассейна? Ну да. Ну и да, это очень по-бразильски, да. Я очень люблю русскую душу, и я
не знаю, что мне делать с теми противоречиями и с тем неприятием, которое во мне живет с самого начала, как только я родился. Да, наверное, меня надо сжечь, да, наверное, меня надо лишить российского гражданства и так далее. Но, к сожалению, и при этом я, ну, как сказать, я никогда нигде не видел такой нежности и такого... с такой самоотверженностью и так далее. Вот как это все живет вместе в русском духе и в русском сознании, непонятно. Я совершенно уверен в том, что если бы русскому человеку дали возможность узнать те вещи, о которых он ничего не слышал и которых он напрочь лишен из-за априори отвратительной системы образования, из-за отсутствия доступа к каким-то какой-то информации, это были бы другие люди совершенно. Видишь вот эти часы позади тебя? Вот, да. Я же повис здесь, вот на высоте 20 метров отсюда еще с крыши, то есть всего там было под 50 метров. А на чем? Вот. То есть был строительный кран, и с него был свешен трос, и этот трос был прикреплен ко мне, а к моим ногам была прикреплена рейка, и от нее шел красный флаг к земле, на котором было написано «Небо ночью черное». А. И это была как бы антироссийская история, и я очень боюсь высоты. Когда ты занимаешься перформансом, ты делаешь какие-то вещи, которые тебя беспокоят больше всего. Если у тебя клаустрофобия, а она у меня очень сильная, ты забираешься в ящик, да. Если ты опаздываешь, то ты делаешь что-то со временем. Если ты боишься высоты, то ты, конечно же, все время себя подвергаешь всяким приятным впечатлениям. И вот я сначала порепетировал в Москве над винзаводом, повисел там 7 часов, было написано на флаге «Свобода рабам». А потом сделал это здесь. Поскольку Москва и Сан-Паулу — это два города побратима в моей истории личной, да, то я решил, что как бы будет классно сделать это здесь, только в Москве это было 35 метров, а здесь было на 15 больше. Вот. И я понял, отлично, у меня будет открытие здесь, в музее, на 4-м этаже, весь этаж был мой, и я не буду на этом открытии, я буду висеть. Люди хотят меня увидеть, я здесь, я никуда не делся, просто я вишу. Когда во время репетиции меня вздернули на эту высоту, у меня вот так вот этот флаг ходил, вот так, Юр, я тебе вообще не притворяюсь. То есть был ветерок, но флаг трясся не из-за ветерка. И меня подержали 15 минут, спустили. Аня Шпилько, которая всем руководила, которая мой душеприказчик, очень сильная, смелая, красивая девушка, она второй раз, когда меня подняли, я говорю, мы договорились, 7 часов. Она говорит, да, все в порядке, 7 часов. И я смотрю на эти часы, и я на них смотрю, я обещал себе на них не смотреть. Я начал на них смотреть, когда уже стало темно. Я делал всякие упражнения, мантры, упражнения глаз, уход в себя, сохам, медитация по цветам чакр. Вот эта вся история, которую я обычно стараюсь сделать во время перформанса. И ты как бы не видишь ничего, что происходит, время перестает существовать, ты выпадаешь из него, и многие интересные процессы внутри тебя в этот момент происходят. И вот в момент, когда я понял, что уже стемнело, я стал смотреть на часы и понял, что я вижу на них время в темноте, хотя это здание не освещено. И я вижу, что на этих часах 6 вечера, а я должен был закончить 8, я думаю, трэш, мне еще 2 часа. И я такой, я уже вишу, а еще надо вот так висеть с открытыми руками. Вокруг меня летал дрон сначала, люди приходили, а потом никого не стало. Я же не знаю, у меня нет никакой связи с землей, ничего не происходит. И в конце концов, вдруг я чувствую, что начинает трястись трос, и я поехал вниз. Ну и там 5 минут я лежу просто, чтобы не... И потом ко мне подходит Аня и говорит, 8 часов 40 минут. Я говорю, что? Ты перепутал время? Я галлюцинировал. То есть это была галлюцинация часов. Я их видел четко совершенно. По поводу смысла, очень просто. В Бразилии, в этот музей, вот мы сейчас пойдем, просто посчитайте, или не посчитайте, а посмотрите вокруг и попробуйте найти хоть кого-нибудь чернокожего. Охранница. Так, внизу еще смотрите. Внизу охранник, смотритель. Да, посетителей не будет чернокожих. Почему? Не потому, что в Сан-Паулу мало чернокожих. В Сан-Паулу больше половины людей считают себя чернокожими, а настоящая их цифра приближается к 65, возможно, процентов. Людей с mixed race, да, так, как мы сказали. People of color, POC. И эти люди добровольно не заходят в музей, потому что они не хотят, чтобы на них показывали пальцем. Это причем еще демократически настроенный музей. То есть он открыт для людей. Здесь парк рядом и так далее. Почему на них будут показывать пальцем? Потому что в дорогом ресторане не могут сидеть чернокожие люди, потому что в спортивном клубе, где членство стоит каких-то денег, не может быть чернокожих людей. Потому что среди состоятельных людей и в мире привилегий цвету нет места. И
когда я одеваюсь... Это местная психология? Это психология всей Бразилии. А, и когда... я так не думаю. Ну, я Богу. Просто не в контексте или да что? Да не в контексте. Вообще в России, мерить по России отношение к расизму очень сложно, потому что нет, кроме центральноазиатской истории, да, и там, как, ну, условно, кавказской и так далее, то есть, ну, как бы оттенков белой кожи, да, все-таки, или там азиатской расы, да, то есть с чернокожей, с проблематикой черной кожи ты не сталкиваешься в России. А если сталкиваешься, то только в перспективе трогательности или удивления. Да? Я не в контексте, да, я понял. Да, ну мы не в контексте, просто условно. И когда ты сюда приезжаешь, ты не думаешь, что здесь есть какая-то такая проблема. Но когда ты начинаешь присматриваться, и ты понимаешь, что моя подруга, англичанка, которая живет в городе Рио-де-Жанейро, которая пришла к себе в богатом районе Леблон домой, а перед ней вот так вот встала женщина белая, сказала, она говорит, да я здесь живу, сказала она с акцентом, она сказала. Она говорит, я живу здесь на 8-м этаже. Она говорит, нет, вы не войдете, ты не войдешь в это здание. Она говорит, почему? Ты черная. Ты не можешь здесь жить. И она думала поехать в Бразилию поработать, заработать денег преподаванием английского и пожить в классной среде, и попала в ад просто. А моя подруга, консул Франции, жена консула Франции в Сан-Пауло, прекрасная француженка, мулатка, нереальной красоты, которая вся в кутюре, Азадин Алая, вот эти все дела, она приехала в Сан-Пауло, а у них сын, блондин кучерявый. Ну, такое бывает в смешанных браках у белого и... И мулатки рождается совершенно белокурый сын, но кудряшки, как у черного. Думают, что украли? Привела его в школу, в самую дорогую, в Сан-Паулу. Охранник говорит, дай свою фамилию. Он говорит, меня зовут Александр Лоха. Он такой смотрит списки. Тебя нет в списке. Он говорит, а в каких списках ты смотришь? Он говорит, как, в списках нянь. А, я понял, о чем. И т.д. А надпись? А надпись «Небо ночью черное», ну, означает, что черный цвет есть часть нашего обихода, и мы никуда не денемся от цвета неба, от цвета моря ночью, да, от того, что черный цвет разлит в природе, и он такой же, как и белый, или такой же, как зеленый. Он делает часть нашей палитры, и чем меньше мы будем присматриваться к цветам, тем проще нам будет продираться сквозь джунгли. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В прошлом году ты сделал камин-аут. Вообще нет. Я его сделал, по-моему, году в 11-м или 12-м. Только это никто не заметил. Слушай, ну, я был в адском шкафу совершенно большую часть своей жизни. То есть я помню... Ну, то есть меня спрашивают, ну, это же тебя совратили. Ну, вот это как бы чисто русская тема. Как бы погнобить гея, да, или лесбиянку, или сказать, ну, это же кто-то же сделал с тобой, да, после чего, это же, ну, там, мои друзья, некоторые там спрашивали до последнего, ну, это же болезнь все-таки и так далее. То есть вообще, ну, как бы нет никаких вопросов, да, как к этому относится и почему и так далее. Ну, как бы я думаю, что бисексуальность в моем случае это какое-то условное понятие, потому что когда тебе за 40, ты уже не являешься подростком и тебе не хочется овладеть всем шевелящимся вокруг, да, то как бы дальше остается какой-то смысл, да, зачем это все происходит, а что ты ищешь в глазах у человека и так далее. И, ну, и здесь со мной все понятно, потому что, ну, как бы мне с детства было все на эту тему понятно. Но поскольку я был небольшим, но все же публичным человеком какой-то период своей жизни, да, то почему-то мне казалось секси говорить о том, что у меня тёлки, что там, не знаю, что... Ну, то есть, короче, вот ну, во время журнала «Молоток» я, конечно, не говорил о том, что я гей, хотя мы писали о геях, и все это было совершенно тогда возможно в медиамире и так далее. Вот, и не было закона о гей-пропаганде и т.д. и т.п. Вот. Что получилось потом? Как это было в 2011 году? Ты после? Я встретил своего первого бойфренда. На самом деле, у меня никогда не было настоящего бойфренда до 2008 года, 2007, по-моему. И это был бразильский человек, с которым я прожил 4 года. Когда он переехал жить в Москву, у него появилась работа в Москве. Он работал в рекламе и стал возглавлять как креативный директор одной из крупных рекламных агентств России. Его захантили. То в этот момент ну, он стал появляться на семейных днях рождения и так далее. Я постепенно представил его всем близким, друзьям и так далее. И я очень боялся.
Я думал, что от меня отвернутся друзья, что мне хана, что там родители и так далее. Ну, последним человеком, которому я рассказал о том, что я гей, был мой старший брат, он меня старше на 12 лет, и он человек, ну, православный, у него там 5 детей, 3 внуков и так далее. И когда я сказал своему брату, который написал в газете «Ведомости» колонку о том, почему, такую довольно юмористическую, но все же, почему гей не наследует Царствие Небесного. Ну, как бы это было связано с каким-то там, это не его идея, это было связано с каким-то, там, не знаю, решением новосибирской мэрии, там, какого-то совета депутатов. Какая-то ерунда, неважно, ересь, но брат просто написал колонку об отношении там христианства, православия к содомскому греху, да, и я после этого понял, что мне надо поговорить с братом, потому что я поговорил со всеми. Мой папа, ну, понял о том, что я гей, потому что я познакомился с бойфрендом за 2 недели до смерти. Я пришел прям так серьезно, очень сел, думаю, сейчас будет трэш, все, как бы я сейчас потеряю брата, который там, ну, нереальный человек, который всегда был моей стеной, который человек, на который я всегда мог опереться, который всегда меня спасал, защищал. Потому что когда у тебя разница 12 лет, это, ну, это серьезная штука. Этот человек, ты сразу, ему рождается сразу, ну, как бы подопечный, практически сынок, да? Вот. И я ему говорю: Кирюша, хотел с тобой поговорить, я гей. И он встал и меня обнял. И поцеловал. Вот, и... Ты не ожидал этого? Вообще нет. Потому что я слышал всякие комментарии его и так далее. Он очень изменился, конечно. Ну, он мне сказал, что он видел какую-то пару, которая поменяла его, вообще полностью его отношение к этому и так далее. Что это не было в связи со мной, это было чуть раньше. Вот, но смысл в том, что очень важно говорить об этом. Это очень-очень важно. Люди воспринимают это как доверие и как любовь. И когда ты рассказываешь, ты этим самым разворачиваешь человека к себе лицом. Ты понимаешь, что ты даешь ему понять, что тебе важно, как он к этому отнесется. И понятно, что ситуации бывают разные, родители бывают разные, бабушки и дедушки бывают разные. Я знаю, что это вопрос соседского опыта, что... Например, моя тетя мне рассказала, что у нее есть подруга, а моя тетя там под 80, подруги, соответственно, тоже, у которой есть там дочь, и там две женщины в семье, бабушка и мама, и мальчик там 14 лет, которого к батарее привязывают, а он там гей, там хочет, там, не знаю, сказал об этом. Его привязывают к батарее буквально, то есть, ну там, в общем, короче, бьют и все такое. И я сказал: ну, поговори со своей подругой, давай я позвоню ей и расскажу. Скажи, что у тебя племянник гей, и вот что вот он вот делает вот это, пошли какие-то мои интервью, там еще что-то. Ну, и я не знаю, чем кончилась история, но, короче, я думаю, что опыт соседнего подъезда, семьи, друзей, и когда у тебя кто-то рядом появляется, это вообще другое дело сразу. Потому что самая большая трагедия, которая существует в России, это трагедия ЛГБТ-подростков. Потому что им вообще нечего делать. То есть, если ты человек, который, там, не знаю, может уехать в другой город, если ты человек, который может пойти учиться, работать и так далее, который может найти себе среду, все файн. Но когда ты ходишь в школу, твои родители тебя ненавидят за то, что ты сказал, что ты принадлежишь к этому племени. В школе психолог не имеет права с тобой об этом говорить, потому что он тут же подпадает под статью. Учителя не имеют права ничего сказать. Куда деваться? Как отреагировала мама? Мама отреагировала хорошо, нейтрально. Наша мама, нас просто трое, ну, трое детей, там много внуков и правнуков. Наша мама, она просто человек, который, она такая птица-мать, которая держит всех под своими крыльями. Она любит нас любыми, какие мы есть. С самого начала мы это знали. Она принимает всех, кого мы приводим с собой. Она никогда не звонит первая. Она никогда не... Она очень человек несдержанный, и, там, не знаю, сейчас кто видел интервью с Гордеевой, где она там просто бедную Катю там. Вот, но при этом она с точки зрения детей, она просто мудрее этого человека придумать нельзя. Она очень четкая. К тебе подкатывал кто-то из политики? Один раз, и в целом это не было прямо харассментом. Мне там на ногу руку положил человек, будучи немножко подвыпившим, к которому я в целом с симпатией отношусь, и я не считаю это харассментом. Ну, то есть, понимаешь, какая история? Что у меня... за человек? Некий чиновник, к
какая разница? Угу. В смысле, я совершенно не хочу, я прекрасно к нему отношусь, и, ну, как бы нет никаких вопросов. Вот. И он, по-моему, как-то не делает из этого секрета даже никакого. Ну, то есть, я имею в виду, его какие-то знакомые знают. Ага. Все. Вот. Другой вопрос, что просто в российской политике и в вот этом госуправлении существует такая стабильная туса, и это, конечно, просто жестко. Чуваков, женатых, с детьми, которые при этом все между собой дружат. Ну, я не думаю, что там есть какие-то сексуальные отношения, это прям дружба. То есть они там вместе куда-то ездят, они тусуют, у них свои какие-то вечеринки и так далее. Это геи, которые все с женами и с детьми. И они как бы, ну, они не только в политике занимаются, они там бизнесом и так далее. То есть это какие-то высокопоставленные люди. И вот это, конечно, ну, как сказать, я понимаю, почему они выбрали такой путь, потому что, наверное, если ты посмотришь на недавнюю историю в Европе, если ты возьмешь каких-то суперзнаменитых кутюрье, из которых первый человек, который откровенно заявил о том, что он гей, был Жан-Поль Готье. Ты понимаешь? Никто из его... Ив Сен-Лоран еще, по-моему. Все. Все остальные люди высокой моды умерли в шкафу. Мало того, один мой очень классный друг и покровитель, который всегда... Ну, не покровитель, в смысле, я никогда с ним не спал, а это человек, который просто там с самого начала полюбил мое искусство, всегда меня поддерживает и так далее. Очень знаменитый, недавно умерший гений современной моды, оставил своего мужа, на котором он никогда не был официально женат, с пенсией, маленькой пенсией от компании фэшн-гиганта, которая поглотила его бизнес. И этот 84-летний трясущийся человек, тяжело больной, сейчас живет на... Конечно, это пенсия, не такая, какую получают российские пенсионеры, но все равно это пенсия. То есть он мог унаследовать, они прожили вместе десятилетия, то есть там 5 mm-hmm. десятилетий или 4, и он должен был унаследовать его империю. Нифига. И это не только в России. Я правильно понимаю, что жены, как правило, не знают? Я думаю, что многие знают. Mm-hmm. Я думаю, что часто это какое-то такое тихое, мирное домашнее соглашение и... Знаешь, какая история? Трагедия же заключается в том, что, ну вот, а при этом там люди как бы младше 30, там люди, да, наверное, даже младше 35 сейчас уже, я не знаю, люди, которым вообще это все равно, понимаешь? То есть, ну как бы, не знаю, там мой внук старший, который у меня выше роста, у него там 47 размер ноги. Ну, племянник. Внучатый племянник. Вот, и он мне говорит: дед, у меня есть друг, но он, в общем, не очень друг, он скорее подруга, ну, в общем, раньше его звали Макс, теперь это там Оксана или что-то в таком духе, вот, и как бы, ну, и для него это вообще, ну, то есть, он просто не то, что он мне хотел похвастаться, да, он мне, ну, просто рассказывал о человеке и сказал, что вот, ну, такой есть небольшой нюанс, но он ничего не значит. То есть для людей, которые родились после там какого-то 90-какого-то года, наверное, это вообще не играет никакой роли. Это очень классно. Очень наивный вопрос. Если в российской политике есть геи, почему же геев так кошмарят? Про которых все это знают. Да. Почему же геев система так кошмарит? Потому что нет худших антисемитов, чем евреи. Потому что нет людей, которые свирепее относятся к женщинам, чем сами женщины иногда. Да, потому что... Посмотри на... То есть это все часть одного целого, которое связано с тем, что свое же собственное сообщество тебя гнобит хуже, чем кто бы ты ни был еще. И, конечно, это еще и связано с тем, что большинство людей, которые открыто выступают с гомофобской позицией, это люди, просто находящиеся в глубочайшем шкафу, возможно, даже от самих себя. Вот. И это довольно легко все объясняет. Но это еще и связано с тем, что человек, который занимается политикой и продан до мозга костей и давно отдал свою душу демонам и вообще не знает, на кого он смотрит в зеркало, когда он это делает, что мы хотим от этих людей? Падре Жюльо Ланселочи — это человек, который, наверное,
сегодня может считаться матерью Терезой, потому что другого нету такого. Не знаю, может быть, на свете. Судя по тому, что ему на это Рождество позвонил Папа Римский поздравить его с Рождеством, я полагаю, что это именно тот случай. Он такой, он мне рассказывает, говорит, со стула упал. Говорит, Фрида, как в Карлсоне. Фрида, ты не упала со стула? Вот он прям реально упал со стула. Папа аргентинец. Папа Франциско аргентинец, да. И он здесь несколько раз бывал, и его к нему хорошо относятся, потому что близко Аргентина, и вообще он на тему бедных очень сильный и так далее. Но Падре Жуль — это отдельная история. Это человек, который просто каждый свой день проводит в ближайшем контакте с тем, от чего большинство здравомыслящих людей стремится отвернуться. Он после мессы выходит... Падре Жулио в 7:40 утра. Выходит из парокии своей. Парокия — это его церковь здесь. Сао-Мигел, святого Михаила. И отправляется, прихрамывая, со своей тележкой, в маске с розовыми фильтрами. Громыхая этой тележкой, полный хлеба свежеиспеченного. Двигается в сторону центра раздачи еды. Центр раздачи еды, как и весь этот район, стал... работать с бездомными из-за Падре Жулио. То есть здесь не было такой движухи раньше. Из-за этого его страшно ненавидят живущие здесь средний класс и буржуа. И когда Падре Жулио идет, ковыляя со своей тележкой, иногда с ним идут пара человек еще, которые ему помогают, но в целом он вообще один очень часто ходит. Ну, сегодня людно было. Ну, бывали дни, когда вообще там два человека и так далее. Вот, и в этот момент мы можем видеть проезжающие мимо бэхи, из которых вот так вот ему высовываются факи. Поскольку в этом районе живут разнообразные люди на улицах, очень разные. От людей, которые недавно потеряли работу, до людей, которые никогда не жили в доме. От там, транс-женщин, у которых есть целый ряд палаток, где живут только транс-женщины. И до мамы с детьми. Тут есть несколько мам с маленькими детьми. У одной трое, у другой двое и так далее. Вот это все комьюнити Падре Жулио, и он идет, и по дороге смотрит их раны, гладит их головы, целует их, обнимает. У него всегда с собой все, что им нужно. То есть, по сути, Падре Жулио делает примерно то же, что ночлежка в России. Абсолютно. Только с той разницей, что ночлежка в России — это делать с позиции общегуманитарной, а Падре Жулио делает это с позиции нового христианства, которое рассматривает любого человека. Ну, это не новое христианство, это просто то христианство, которое успевает за жизнью людей, да? Он католик, он не евангелист, баптист. Не-не-не, евангелист — это Болсонаро. Да. Они его двигали. Это классическая католическая церковь? Да, да, это абсолютно обычная западно-христианская религия, которая... в данном случае, ну, и на самом деле с церковью у него сложные отношения с официальной здесь, в Сан-Паулу. И то, что Папа Римский ему позвонил, это в том числе, наверное, было, чтобы, ну, показать, что, что его покрывают, да, потому что то, что он делает, это немножко шире и сильнее того, что обычная католическая церковь может себе позволить. А в Бразилии она очень консервативная. Мы сейчас едем в центр буржуазного района, самого буржуазного района Сан-Паулу, который называется Жардинс или Сады. И посреди этого района есть улица, которая такая своего рода New Bond Street в Лондоне или там Столешников переулок в Москве. Суть перформанса очень простая. Это такой перформанс из числа самых минималистских. Я просто буду сидеть 3 часа. Так. И это недолго совсем. Очень популярный перформанс в России сейчас. Да, я знаю. Все люди фактически волей-неволей стали им заниматься. Вот. Но затея моя в том, чтобы провести эти 3 часа неподвижно, сидя на очень неудобных острых камнях, которые сейчас должны туда привезти мои друзья и выгружать. Вот. И смысл в том, что я буду сидеть на горке из этих камней. И это связано с... История, которая случилась 10 дней назад в Сан-Паулу, когда неожиданно за одну ночь в разных местах, где обычно спали бездомные люди, а по некоторым подсчетам в Сан-Паулу, в городе, около 150 тысяч бездомных сейчас. Вот, и эта цифра была гораздо меньше до пандемии. Сейчас она почти удвоилась, потому что люди потеряли деньги, потеряли дом из-за этого. Вот. И... Вот, собственно говоря, они спали под мостами, потому что когда дождь, когда холодно, когда ветер, очень удобно спать под мостом.
И там такие прям места, где удобно положить спальник и спать или палатку поставить. Ну, те, кто побогаче и как те, кто в своем уме, те могут поставить палатку. Вот. Остальные иногда спят просто на картонке, на чем попало. Вот. И за одну ночь префектура, то есть мэрия города Сан-Пауло, на места, где спали бездомные, вмонтировала острые камни. Ага. На таком расстоянии друг от друга, что туда нельзя ни зайти, ни присесть, ничего. То есть, и люди остались без того условного крова над головой, который у них был. Это след того отношения, которое город испытывает в адрес своих самых уязвленных и самых незащищенных людей. И ты делаешь перформанс, чтобы привлечь к этому внимание? Посреди того места, где об этом вообще никто не хочет думать, потому что там люди тратят деньги, там люди сидят в дорогих ресторанах, там люди выгуливают свои наряды. И вот тут сижу я голый, а нагота в Бразилии — это просто нонсенс. Нельзя никак. Запрещено это 1000000%. В стране, где карнавал и вот эти стринги в виде ниточки. И если девушка идет по пляжу или посреди карнавального шествия, у нее маленькие на сосках такие кисточки, она ими так делает щук и щук, то все нормально и классно. И у нее в жопе это называется зубная нить по-португальски, fio dental. Вот, то все классно, она может этой жопой все, что хочешь делать и так далее, но как только нет зубной нити, все, капец. То есть ты в этот момент, приходит полиция, тебя арестовывает. То есть если француженка пришла на пляж в Рио-де-Жанейро топлес, или вот здесь какая-нибудь девушка будет загорать топлес, полиция, которая вообще не обратит внимания, если у тебя отобрали телефон, потому что ничего с этим нельзя сделать, полиция будет через минуту тебя арестует и увезет, ну, эту девушку, и увезет ее в участок разбираться и в тюрьму посадит. Поехали на перформанс! Говорили, уехали, они должны приезжать, когда их вызывают. Они, в принципе, были в курсе. Они просто провели со мной воспитательную беседу, сказали, что я не имею права быть голым. Но в целом, когда мы стали с ними выяснять, что такое голый, они немного потерялись, потому что когда во время карнавала девушка ходит с кисточками на сосках, то она не голая. И он согласился со мной, что да. Но он сказал, ну сейчас же не карнавал. Я говорю, ну а когда просто праздник? Сейчас просто праздник. Он говорит, ну да. Ну, я уехал, мы ничего не видели. Если нас снова вызовут, мы приедем. Ну, ты доволен? Слушай, ну, главная проблема, которая была всегда проблемой, ничего не изменилось, что я могу сколько угодно здесь сидеть, и все будут умиляться. В момент, когда на мое место сядет черный человек, его через минуту отсюда уберут. Унесут просто. Да? Ну, это полиция. Это то, что сказал падре Жулио. Полиция. Да? Полиция, люди закидают камнями, что-нибудь произойдет такое. Потому что я элита, я беляш, я тут такой, типа, ах, как это мило. А, ну, как бы, по-настоящему, я подумал, что я не могу уйти отсюда побежденным. Сейчас чуваки пришли и считают, что они держали верх, но в целом один из них шепнул моей подруге на ухо, если что, он может продолжать. Поэтому я продолжу. Маме моей не рассказывай.
Ты знаешь, в ноябре я был в Лондоне по работе, и я, в общем-то, больше провожу времени в Лондоне, чем в Бразилии сейчас. И я даже глазам своим не поверил. Я стою на, по-моему, это был Earl's Court, я стою на платформе, там просто битком набито людьми в масках, все ждут поезда, час пик. Это было то время, когда открыли ненадолго все, значит, в Великобритании. И вдруг я вижу, что передо мной плакат такого содержания. На нем написано: «Некоторые люди думают медленнее, чем вы. Дайте им такую возможность». И вот, когда я это увидел, у меня одновременно так немного слезы брызнули из глаз. И как бы, ну вот как в ситуации с перформансом, который может тебя перевернуть с ног на голову. Я просто понял, что толерантность или терпимость — это больше не про гендер и не про расу. Это мы условные люди, которые там имеют доступ к информации, это уже преодолели. Наша главная проблема — перестать думать, что другой человек такой же, как ты. Потому что я думаю, что ты понимаешь мир так, как я. Что у тебя та же скорость, что у тебя та же пытливость, что у тебя та же... А ты думаешь, что я точно так же, как ты, умею отдуплить понятные тебе ситуации. Нет. Мы с тобой очень разные. И когда я с тобой разговариваю, я должен принимать в расчет то, что ты совсем другой. И это толерантность, понимаешь? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Финальное. В чем сила? Сила в мягкости. Если ты чего-то очень сильно хочешь, то нужно... Вот я для себя, конкретно я для себя сейчас желаю одной участи. Научиться принимать, когда тебе говорят «нет». Научиться верить в то, что не обязательно давить, не обязательно нажимать, не обязательно переть, как танк. Я этого пока не умею. Это все про то, как мы строим мосты и как мы умеем через эти мосты переходить. Я пока не умею и очень надеюсь, что до конца моей жизни у меня получится этому научиться. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что будет твоим призом? У меня есть одна работа, которая так получилась, что случайно стала, получила какую-то международную известность. Это работа, где я вишу на пальме. Это длилось 7 часов. На самом деле фотография снята ночью, просто это медленная, как это называется, медленная выдержка по-русски, да, где кажется, что это день-деньской, а на самом деле это 3 часа ночи и одинокая пальма, на которой одинокое человеческое тело. И это памятник рабам, которые забирались на пальму, чтобы проглотить как можно больше семян, и потом эти семена продать и выкупить себя, выкупить свою свободу. Я хочу подарить эту маленькую работу тиражную тому человеку, который выиграет конкурс. Она называется «Временный памятник номер один». Надо придумать перформанс для Федора Павлова Андреевича в России. О боже. Что тебя смущает? Нет, ничего, просто я себе представил. Крутой, интересный, неожиданный перформанс. Не обязательно, что Федор его исполнит, но просто, чтобы в арсенал добавилось. За оригинальность, интересность, глубину и актуальность идеи вот эта вот фотография от Федора Павлова Андреевича достанется победителю. В закрепленных комментариях под этим видео нужно оставлять вариант. Мне даже интересно, у какого количества людей найдется кураж, чтобы идти в таком непопулярном направлении. Как перформанс? Да. Федя, спасибо тебе большое за эти дни, за эти перемещения и за эту Бразилию. Спасибо. Спасибо.